добра по законам древней, от заботы виски в снегу. Если птицы спят на деревьях, разве птицы у них в долгу? Разве горы в долгу у неба? Разве дети в долгу у хлеба? Разве тем, что они ничьи, перед кем-то в долгу ручьи? Без тепла не бывает лета, если дерево расцвело, значит, вместе с весенним светом кто-то отдал свое тепло. У добра не бывает крыши, кто добрее других, тот выше, кто надежнее, тот верней, и тому наш напев слышней, нашим мудрым отцам в угоду. Сделай добро и брось его в воду, а потом не ищи следа. Кто добрее, тот прав всегда. Подумай! Слон! Приготовиться к атаке! Слона жалко, товарищ лейтенант! Тут война, а не цирк! Сидоренко! Убить Сидоренко! Господин! Здесь! Уведите животное! Слона! Слона? А куда? Куда-нибудь подальше от этого пекла! В тыл! Есть подальше! Назад, за слона головой отвечаешь! В атаку! Куда? Куда? Стой! Чисто в них! Дашь индо! Дашь индо! Посадишь сюда, ингетан!
там? Смит, Павлович! Арнольд! Да дурно ты сейчас с ума сошел! Где я тебя найду почту? Нашел время! Ложись, я тебе говорю! Ложись, а то убьют тебя! Ложись! ГСС, Татьянский Манат, Эмирадзе! То есть самое ГСС, ГСС, сейчас это когда? Поги нас уже! ГСС! Опять не повезло. Ты чего это? Да. В Берлин уже не попадем. Обид-то какая. Да куда уж там. Обойдутся без нас. Теперь уже точно. Не обойдутся. Всем деда хватит. Слышишь, не сдаются. Всю ночь стреляли. Страна еле вытащила. Ну что, наелся? Спасибо, брат. Давно горячего не ел. На, кури. Нет, не курю. Спасибо. Хорошо бы немножко спать. Через час. Туда, на Берлин. Передавай, передавай! Держи! Давай, ой, ведро-то дырявое! Да что же он? Ну, ребята, дружнее, дружнее! Держи пустое! Ну, что он там ищет? Мину, что ли? Ну, и скажешь ты, Федоров, мину! Ну, вот, все в порядке! Говорят, на слоне где-то его паспорт забился! Ты какой паспорт? Ну, меня зачем регистрировался? Ганиев Анатолий Халилович. Дальше. Красавин. Федор Иванович, рядовой. Красавец. Разрешите обратиться, товарищ генерал. Слон наш, советский. На наш запрос Москва ответила, что канцелярия, в которую поступил наш запрос... Короче, Ломакин, суть. Слон с передвижным зоопарком в сентябре 42 года был направлен из Москвы в Ереван для организации там постоянно действующего зоопарка. Слушай, ну...
В районе Ростова эшелон с животными попал под бомбежку. А это что? Штаб 5-го полка. Через несколько часов этот район был занят дивизией генерала Гюнтера. В эшелоне находился слон, купленный Советским Союзом в 1936 году. Кличка слона Бом, 1927 года рождения. Порядковый номер 214. Индекс ЦИ. Дальше, дальше. В декабре 42 года генерал Гюнтер в качестве рождественского подарка сыну прислал из России слона. Гюнтер с семьей бежал и слона бросил. Вот акт обследования, подписанный капитаном Османовым. А вот свидетельские показания работников генеральского имения. Работники узнали слона? Как же не узнать? Ведь 3 года за ним ухаживали. Да ясно, куда, говорите, везли слона? В Ереван, для организации зоопарка. В 42-м? Так точно, в 42-м. Надо же. Стало быть, слона надо отправить. Куда? По назначению. Для открытия зоопарка. Все вернем на свои места. Да что вы, Николай Иванович, война идет. Люди гибнут, а мы тут будем слоном заниматься. Да засмеют в наш штабе фронта. Нет, Степаныч, время как раз подходящее. Я с вами не согласен, Николай Иванович. Жаль. А вот внук твой меня бы понял. Возможно. Ну что ж, Степаныч, прими как приказ. Выделяй для слона вагон, сопровождающего и в Ереван. Сегодня же. Товарищ полковник, по вашему приказанию, рядовой господин, явился. Отправки готовы? Так точно. Собирайтесь. Через час вас отправят. Продаттестат и инструкцию получите у подполковника Ломакина. Получите предписание. Спасибо, товарищ лейтенант. Разрешите идти? Идите. Стойте. А вы знаете, куда вам надо ехать? Так точно, туда, на Берлин. Нет. Вам туда. Отвезете слона в тыл. Куда? Какой тыл? Товарищ полковник! Это приказ самого генерала. Выполняйте. Посторонись, солдат. Мешаешь. Дай дорогу! Красавица! Встретимся! В Берлине меня жди! Вы мне даете эту бумагу, хотите, чтобы я у самого двери Гитлера повернул назад и сказал, пожалуйста, я буду вести слона. Это приказ генерала! Генерал не имеет права! На смерть имеет право посылать меня, а в тыл нет! Что, в Красной армии нет никого? Один армянин остался, большой специалист по слонам! Товарищ лейтенант, генерала не видели? Нет, кого? Но он где-то впереди. Туда? Товарищ генерал! Товарищ генерал! Разрешите обратиться? Отставить, не разрешаю. Выполняйте приказ. Товарищ полковник! Товарищ генерал! Вернешься от войны? Не горюй, солдат. Мы из-за тебя дадим жару. Прощай, солдат. Будь здоров. Готов. Забирай свой харч и марш к слону. Thank you.
Щенок. Эй! Эй, эй! Thank you.
Kelimata. Yes, it is Kelimata. Kurik. Kurik, is that high? Yes. High. Is it duel? Yes, high. High. Такая маленькая идешь на фронт. Ах, Берже, это ашкан лапкана ес, мягко. Это хайвани дурес тану. Эсте, эручи, эсте моди гюлем тану. Дурес гюлем? Берлинем гюлем, байлу. Берлинес гюлем, гнах Берже. Дунам у нас. Чайтра, ты откуда бы? Я с Гарабахси. Гарабахси ес. И та женица нет. Ой, эску лежи, мата. Гнах Берже, Гарабах и лаптера, гнах. Бит, кацек. Биндек, бит. Аскацак. Аскацак. Если они вот так сказали, догоню, я вас догоню. Родные мои, хорошие мои, давите, жмите, бейте врага, бейте фашиста. Я 4 года воевал, я вернусь, догоню вас, слона отвезу, детьми вернусь. Кетце, пока гранд-дивизия, вперед, орать! Смерть фашистским оккупантам! Где сено? Где сено, я спрашиваю? Обжора ты ненаситная! Собака! Сволочь! Дармоед! Пусть проклят этот час, когда ты стал на моей дороге, и я пожалею тебя! Стреляй! Стреляй, Арменак! Стреляй! Всю обойму! Этот каменный лоб! Стреляй, Арменак! Ну, стреляй, сволочь, сдармоед. Бессовестный. Теперь я знаю, кто ты. Ты Габуш, мой сосед. Только он мог столько жрать. Бездельник. Иждивенец. Если б тебя разорвала бомба, если б ты сдох, клянусь, честное слово, столько жалко не было бы мне. Разве можно за одну скотину столько горя человеку принести? Что же получается, а? Все туда, Арменак, сюда. Пошли. Пошли. Ну, пошли, скотина! Как будто мой дед... Мой дед... Мой дед... Ну, куда ты тащишь? Ну... Ну, пошли, черепаха! Где Арменак? Где слон? Как будто в советской армии не было больше никого. Граждане Германии, откройте! Есть кто-нибудь? Здравствуй, отец. Я русский солдат. Пришел попросить сена. Немножко. Я русский солдат. Мой слон голодный. Дайте немножко сена. Ну, сена, сена. Ты не брат. Ты не есть русский солдат. Я знаю русский солдат. Я был плен царь России.
Хорошо, армяне, все равно советские, дайте сено. Ты ест пленный. Сдавайся. Как сдавайся? С ума сошел? Руки вверх. Слушай, какой плен? Ваши солдаты убежали. Мир здесь, мир. Война нету. Война нету! Это земля германская. А что? Я у тебя землю прошу. Мне и своей хватит. Дайте немножко сена. Послушай, отец. Послушай, отец. Ты пожилой человек, умный человек, по-русски понимаешь. Давай с тобой по-хорошему договоримся, как просто люди. Вот я иду мимо твоего дома и говорю. Здравствуй, отец, я ваш гость. Дайте немножко сена. Мой слон дерево кушает от голода. Я же больше ничего не прошу. Вот у тебя сколько сена. Вот! Не стреляйте! Не стреляйте! Договоримся по-хорошему. Сено дайте! Ну что? Не хотите по-хорошему? Будем воевать. Вы еще армянака не знаете. Сейчас посмотрим, что кого. Ура! Ура! Слезай! Стреляй! Шага марш! Бросай оружие! Руки! Здравствуйте. А где оружие? Руки вверх. Бите, проходите. Выше руки. Вот молодцы. Надо сдаваться. У меня автомат. А у вас и рогатки, и патронов нет. Сейчас я вас буду судить. Жри, собака. Да не подлизывайся. Габушка, Габуш, ты не знаешь, какой Гитлер сволочь? Сколько злости надо вложить душу человека, чтобы он стрелял в другого человека из-за пучка сена. Охотничьим ружьем. За пучок сена. Thank you.
Это что такое? Получается, ты умнее меня? Твое золото, молодо. А ты для кого играешь, папаша? Ведь тебя никто не слушает. Видишь, дом горит, надо тушить пожар. А ты ходишь туда-сюда, туда-сюда. Бездельник. Хоть бы ты сбежал от меня, Габуш, в свою Африку. Там тепло, войны нету, сена сколько хочешь, соловьи поют. Ты видишь, что делается, а? 4 года хожу по земле и везде одно и то же. Люди каждый день складывали камень к камню, радовались. Дом строим, жить будем. И вдруг... Нет дома, нет семьи. Душа у меня устала, Габуш. Куда ты идешь? Ты меня не бойся, я просто спрашиваю. Если хочешь идти с нами, иди, пожалуйста. Я не против. Я ничего не говорю.
Ничего не поделаешь. Кабуш есть кабуш. Мой сосед то же самое сделал. Когда поделили огород, он себе взял вот такой большой кусок земли, а мне оставил вот такой маленький. А на фронт не пошел. Подумаешь. Одного пальца на ноге не хватало. Ты что, Габуш, ногой будешь стрелять? Моя дочка Шушаник в книге читала, как один всадник совсем без головы воевал. Come on. Руки вверх. Hände hoch! Заходи, фрау немка, битте. Каруан-сарай, гостиница. Интересно, что за мать была у Гитлера. Хоть раз посмотреть на нее. Спросить. Куриджан, фрау, сестрица. Каким молоком кормила, что из него Гитлер получился? Кушай. Битте тебе говорят. Твое дело. У тебя мама есть? Мутер, мутер. У меня тоже нет. Ничего. Все будет хорошо. Гитлер капут. Германия капут. Thank you.
Бай-бай. А это твой завтрашний паёк. Не надо. Спи, спи. Спокойной ночи. Ты что, все сожрал? Да вот это тебе на целый день. Страну уже прошли. Ком, ком! Не бойся, ты же со мной. Ще не видко? Ні, ще не видко. Все буде. Буде. Клади туди. Солдати? Руби. А солдат? Бери, бери харчі. Досить. Другі. І оцю торбочку теж візьми. А що якийсь дар? Руби. І розпиши. День добрий. Петрович. Отак. Їде поїзд. Нарешті дочекались, дочекались. Скоч би молочко не скисло.
зараз. Товарищ Матрёна. Я ж сказала не. Я вас прошу, всего 10 дней, потом я вернусь и заберу его. Не, не возьму. Я вас умоляю, ну что для вас стоит всего 10 дней? На что он мне? Что я с ним делать буду? Детям показывать, товарищ Матрёна. Я вас умоляю. Им бы поесть вдоволь. Слон может работать. Бревно таскать, товарищ Матрёна. Согласна. Возьми сено, очень вкусное. Подними бревно. Слушай, ты не видел, как твои соседи слоны бревна тащат? А? Держи, вот так. Осторожно. Людям надо помочь. Ну? Здесь будут тебя хорошо кормить, поить. Ты будешь жить в теплом сарае, как нормальная корова. Вот. Кабуш, я тебя прошу, что для тебя стоит? Видишь, как легко подняться бревно. Видишь, совсем легко. Скотина! От тебя! От тебя! Дармоед! От тебя! От тебя! Даже сосед Габуш на фронт поехал. Говорит, дети живые, здоровые, во рту тоже хорошо живет. Говорит, корова отделилась. Ну, при чем тут корова? Черт знает, что получается. Я ему говорю, дорогой Габуш, смотри, не простудись. А он говорит,
Еду, брат, в Берлин. Ты на него посмотри. Тоже мне победитель. 4 года Арменак воевал. А Берлин возьмет капуш. Здорово, скотина. Ей, солдат! Ти подивись, Петро, який цей слон роботяга. Підемо до контори, оформимо слона. Петро, погодуй скотину. Індекс С і. Дальше. Номер 211. Солдат, а він мене слухати буде? Буде, буде. Только его кормить надо. Почтение. Здравия желаю. Здравствуйте. Здравия, Булы. Доброго здоровья. Извиняйте. Ну вот что, хлопцы. Помічника до вас солдат привів. Замість підйомного крану. Тепер вам буде легче. Та куди ж ти, солдат? Передумав. Рад бы вам помочь, голубчик. Да нечем. Умрет ведь. Жалко. Со вчерашнего дня ничего не ел. А вы по селам пойдите, по селам. Может быть, там и найдете сено. А? Сюда. Ну и шлон у тебя. Как недоумок какой-то. Разве это шлон? Вот раньше были шлоны. Вот это шлоны. Тебе отец лучше помог. Мне нельзя. Я выпьемше, а шлоны этот запах не уважают. Вот так. Вот мой хозяин, Брахмапутра Чанга, сын индийского йога. Он через этих слонов кучу денег имел. Они у него более-менее все делать умели. Да, сплошной аншлаг. Ты что, в цирке работал? А как же? Слушай, отец, а как этот твой хозяин, сын индуса? Да какой он сын индуса?
Наш он прохиндей русской, из-под Воронежа. Ну, подожди, отец. А это имя такое для публики, понимаешь, Чанга. Ну, а как этот Чанга приказывал слонам? Может быть, есть секрет какой-нибудь? А, вообще-то... Может, ты знаешь, как поднять ногу или хобот? Ежели по совести, я чаще за ним навоз подбирал. Жаль. Вообще-то... Попробовать можно. Ну-ка, разверни слона против ветра, чтоб мой запах до него не дошел. А ну-ка, отойди теперь в сторонку. Так надо. Абсолютно. Вот это да. Спасибо, отец! Погоди! Молодец! Погоди! Ты лучше, чем Чанга! Спасибо! Ты большое дело сделал! Чего же он сел? Теперь мы заработаем сено! И чего он сел? Музыка. Внимание, аншлаг! А где сено? Порфирий! Порфирий, покажи-ка сенцо. Это Проскоин матрац вытряхнули. Мне много сена надо. Нема у нас сена. Совсем нема. Сейчас Габуш, сын индийского слона, будет выполнять мои приказы. Я ему скажу, садись, и он сядет. Габуш, абессалам. Абессалам, я сказал. Абессалом! Абессалом! Будет тебе. Габуш, сядь. Я тебя прошу. Сейчас он сядет. Люди ждут. Не позор меня. Надо работать. Нам же сено принесли. Габуш. Абессалом. Ну? На тебе, верблюд! Цирка не будет. Цирк окончен. Слон заболел.
Что ты? Что ты бежишь за мной? Что ты хочешь от меня? Ты что, очумел? Я сам голодный, понимаешь? Сейчас покажу тебе. Сейчас, вот. Ты ловая крыса. Ну, посмотри! Бандит! Ну, смотри, смотри! Сволочь! Ну, жри! Сейчас все голодные. Кабущан, время такое тяжелое. Потерпи. Дурак. Пустая голова. Как мой письмячок. Ясно? Дурак, большой дурак. Не захотел поработать. Как я тебе просил. Люди хотели цирк посмотреть. Лодырь. Цап! Цап, цап! Ой, баба, взгляните-ка. Что там у тебя, солдат? Слон. Сена немножко нужно. Слон третий день голодает. Сена нет. Наш скот пасется. Слон не может, у него шея короткая. Какой слон? С хоботом. Индийский. Индекс CI-211. В Армении везу. Генерал приказал, вот читайте. Действительно слон? Да. Настоящий? Ну, читайте. А где он? Кто? Слон! Я его за деревню оставил. Все спрашивают, надоело. Индийский слон в сопровождении солдата. Ух ты! Вот это здорово! Молодец! Молодец! А вот сена нет. Совсем нет? Ни охапки. Нет. Сожрала! Скотина всю картошку сожрала! Ну, детей, это ты моя скотина нашая! Дедушка, подождите! Подождите! Что вы делаете? Подождите! Не бейте его! Он же не виноват! Он голодный! Женщины! Пожалуйста! Пожалейте его! Пожалейте! Стойте! Ревать буду! Перестаньте пить! Женщины! Женщины! Сами вам нужны! Отойдите! Я прикрою. А ну назад. Федя, назад. Не ходи туда, ну. Ты что? Наелся. Точно. Ну.
война. Кончилась война, кончилась война, кончилась война, кончилась война, война кончилась, кончилась война. Кабуся, отдай пилотах. Ну, Кабуся, это же моя форма. Я тебя прошу, Кабуся, ну отдай, отдай пилотку. Сожрал! Ратуйте, люди, сено! Со словом, говорит, сено мое сожрал! Позвольте. Разрешите? Посторонись, мамаш. Ваши документы. О, подашь документы. Пожалуйста. А где пилотка? А? Кабус съел. Пройдемте. О, види, види. За что, товарищ лейтенант? Вы торгуете казенным имуществом. Каким имуществом? Слон? Кто сейчас купит слона? Эти бедные люди? Зачем им нужен слон? Я просто так стою. Слона кормлю. Отобрать оружие. Что я сделаю? У меня времени нет. Хорошо. Клянусь, товарищ лейтенант, совсем неправильно поступать. Говорят, шпион. Шпион, а где который? Ну не слон же, вон без пилотки. Батюшки, вы это шпион. А слон зачем? Ай? А что слон-то? А может, и не слон. А чего же? Передатчик. Какой передатчик? У рации, чтоб передавать по ней пи-пи-пи. А что ж ему передавать-то? Почем масло на базаре, почем сало? Почем сапоги? Да, ага. То, что говорит. Граждане, отойдите. Дайте дорогу. Отойдите. Значит, военная хитрость, говоришь? Да, я вижу, натерпелись вы вдвоем. Но ничего, уже мало осталось. Зато большое дело делаешь. Детишки тебе огромное спасибо скажут. Вот тебе довольствие. Хватит, Деревана? Хватит. И мне, и Габусу хватит. Вот тебе от майора. О, спасибо. Ты извини, сгоряча не разобрался. Ничего, бывает. Молодой еще. Значение животных в мирной жизни не понимаешь. Это не просто слон. Это мир. Это новая жизнь. Это смех. Это радость. Вот что я везу, Ереван. Нам теперь медведи нужны!